Сегодня в столице начал свою работу школьный базар 2017. На Комсомольской площади под навесными павильонами активно развита торговля всего самого необходимого для начала нового учебного года. Работа школьного базара будет вестись традиционно до первых чисел сентября. Подробности далее. Маленькая Вика впервые переступит порог школы. Чтобы у ребенка остались яркие впечатления этого волнительного момента, мать не жалеет время и деньги на покупку школьных принадлежностей. Школьную форму, жилетку, юбку и бантик и футбол, и рубашку. Широкий выбор ассортимента в одном месте облегчает хлопоты подготовки для родителей и самих школьников. Чтобы дать хороший старт новому учебному году, родители покупают самую качественную одежду и школьные принадлежности. Форму ей, жилетик, обувь. Ну все, вроде цены такие позволяющие. Здесь все собрано в одном месте, не надо бегать по магазинам. Все компактно, все, что нужно, здесь есть для школы. Приобрести рюкзак или портфель можно на любой вкус и выбор. А укомплектовать всем необходимым уходит не менее 30 рублей. Очень стали смотреть на замки. Замки очень как бы востребованные. И на лямки. Поступили рюкзаки как в корейско-японском стиле. Это вот такие как вот, квадратные. И спортивные тоже очень много. А цены с прошлым годом такие же, даже, может быть, еще чуть-чуть подешевле стали. Школьный базар – это место, где можно купить не только школьные принадлежности, начиная с простой шариковой ручки, детских игрушек, заканчивая школьной формой и обувью. Как отмечают многие продавцы, цены в этом году сравнительно понизились. Мы сделали очень низкую цену, чтобы все, ну, как бы могли купить и очень дешево, потому что сейчас кризис, и мы за счет этого сделали очень низкие цены. Стоимость канцелярских принадлежностей осталась на том же уровне, что и в прошлом году. Продавцы заверяют, что специально подбирают места для закупки подешевле. Счастливые школьные будни для учеников впереди, поэтому нужно подготовиться к ним во всеоружие. Екатерина Неустроева, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.